Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди. Читал я вчера, короче, комментарии под видео, как вдруг... В общем, мы играем мы сегодня с тобой в растения против зомби. Судя по всему, очень многим понравилась эта идея, поэтому продолжаем сегодня убивать все. Отлично, поехали. Так, значит, у нас с тобой вот эта часть была. Нажми на вазу, посмотри, что внутри. Не знаю, что это такое, я так понимаю, это что-то вроде... На, убей всех зомби и вазы, чтобы закончить уровень. Подожди, то есть я могу рандомно ломать все? Подожди, в смысле? Подожди. То есть я, получается, должен по пути сам все это сделать? И по пути решить, что делать? А, прикольная идея, кстати. Блин, она очень легкая, но она прикольная. Ну, типа, сама задумка прикольная. Я, кстати говоря, облажался, поэтому да. Блин, прикольная идея. То есть, я хочу, чтобы в будущем было больше такого. Мне нравится, во-первых, мне нравится рандом, а во-вторых, похоже, ты сломал их так же, как я сломал свою спину, что? Эй, я принес тебе еще больше ваз. Будь аккуратен, не ломай их слишком быстро. Ты не хочешь закончить больше зомби? Я хочу закончить больше зомби, что это такое? Так, подожди, давай мы не паримся ни о чем. Не ломай быстро, говорит, да забей, вообще ни на что не волнуй меня. Чё мне париться? Ну смотри. На. На тебя уроню, на тебя уроню. Стоп. Вот и все. Родной, ну ты чё? Ну типа, Андрюха, не надо слишком много. Для меня слишком много, не бывает. Я сколько угодно, всегда мне достаточно. Должно быть это последнее. Сломай их, и ты будешь кончен. Да я и так. Ладно, давай. Хорошо, так, кого-нибудь посильнее мне надо сейчас своего превратить. Так, давай, ставим тебя сюда. Заморозку тоже сюда. Тебя сюда. Просто потому что пусть будет тебя сюда. Тебя сюда. Пусть будет гениально. Блин, какая прикольная идея на самом деле. Жесть. Мне прям так нравится. То есть... Опа. А, не, нормально все. Блин, такая классная идея, я тебе говорю, родной, ты не представляешь, какая же суперская. То есть, мы с тобой должны прямо быстро делать все и ломать персонажей, выбирая все так быстро, как ты можешь, для того, чтобы достаточно эффективно все это делать. Я вот этого не помню. По-моему, этого раньше не было. Когда я мелким шкидом был, когда я милипиздриком был, когда челипиздриком существовал, я не помню того, чтобы я ломал вазы и из них получал какие-то предметы. Я себе весь монитор обливал. Я сейчас прям, что-то прям на эмоциях слушаю. Я не понимаю, что меня так прям вжарило, будто мне вот такой, заебись, клею. Да, вдохнул чего-то, и у меня прям веселуха пошла. Я не знаю почему. Я не знаю, прям настроение, пиздец. Вдруг хорошее стало, все хуево, а настроение хорошее. Бывает такое, бывает. Так, давай я почитал, короче, твои комментарии. Ты мне говорил, Андрюха, давай грибы. Грибы это заебись. Я поверю тебе, родной, раз грибы это заебись, раз ты так говоришь, то ладно, пусть будут грибы. Да будут грибы. Значит, смотри, говорили, что грибы это полезно, поэтому, Андрюха, ставь грибы. Вот эту штуку я возьму, потому что это дунем. Дунима нормально. А, стреляет вперед и стреляет назад. А зачем мне стрелять назад? Подожди. Здорово! Здоровенный какой-то новый диггер вью. Диггер? Он, короче, копать будет, я тебе говорю. Ах ты хер вонючий! Ах ты потлатый морша, в смысле? Кактусы мне не нужны. Кактусы я вертел на Ую и не парился ни о чем, короче. Кактусы это отстой, потому что кактусы они ломают летающих. А летающие мне не проблема. Летающих я буду сдувать. Так, ну все получается, давай вот это поставим, потому что мне нужна броня. Слушай, а здесь летающих не будет, по-моему. Давай запомнили, родной, запомнили. Я видел справа, что летающих не должно быть. Если летающий появится, значит игра меня обманывает. А если летающий не появится, значит все ровно, значит все супер. Потому что если летающий не появляется и игра меня не обманывает, это значит, что я могу ни о чем не переживать и не ставить в таких случаях дуновение ветра. Потому что дуновение ветром мне, возможно, и не нужно. Пока мы ставим... Просто смотри, тактейшн такой. Тактейшн как раньше. Но мы с тобой просто ставим везде грибы. А потом, где нужно, мы ставим дополнительные грибы. Вот так вот. Вот эти вот маленькие грибочки через некоторое время становятся нормальными, обычными грибочками. Так что это нормально. Так, где он идет?
Пока я не буду торопиться, мне нужно увидеть его. Ага, вот, все, ставим сюда. У меня есть нулины. У меня бесплатные есть грибочки, так что все должно быть хорошо. Почему я по центру не взял? Потому что я не хочу по центру грибы ставить бесплатные. У нас есть грибы, которые бесплатные на воде. Но на кой хер мне бесплатные грибы на воде, если я могу ставить бесплатные грибы на земле? А здесь я могу просто ставить лилипопы вот эти вот. И никаких проблем. Не знаю, я не вижу в этом смысла. Смотри, два гриба бесплатных отлично справляются с любыми зомби, которые к тебе идут. Так что мы не переживаем, мы просто ставим по два. И все, и нам не нужно волноваться ни о чем. Блин, я такой просто гений, реально. Я гений растительного дела. Я садовод, пиздец, вообще монстр. Стоп! Я слышал звук воды, по-моему, да? Я слышал звук воды, или мне показалось? Так, только не говори, что здесь был сейчас... Ко мне заплыл какой-нибудь дельфин. Дельфинов я ненавижу больше всего. Не, все нормально, родной, спокойно. Так, смотри. Потихоньку мы еще можем вот этих вот заменять на тех, кто потолще, да? То есть мы можем вот этих вот здоровяков заменять на ребят побольше, таким образом увеличивать себе урон. Смотри, big fucking brain. Big fucking brain, смотри. У нас теперь есть возможность спокойненько заменять стрелков вот этих вот маленьких на стрелков побольше. И не париться вообще ни о чем, серьезно, прикинь. Реально, реально! Жесть. Я вот соседей, наверное, сейчас себя глушил. Блин, у меня, родной, такая проблема бывает. У меня из-за того, что голос громкий, я постоянно кого-нибудь глушу вокруг меня. Я не хочу, я не специально, я не хотел, если что. Если тебя вдруг оглуша... Если тебя вдруг оглушаю, я случайно. Пазл мод активировать. Что? Что это такое? Что за пазл мод? Подожди. Я такого не помню. Бля, еще одна хрень, которая появилась, которую я понятия не имею. Это что такое? Что за пазл мод? Ладно, давай. Стоп, стоп, стоп. Я слышу что-то. Вот, 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 пополз, пополз, пополз. А что это такое? А что мне с ним делать? Подожди, эй! А ты охуел? В смысле? А что он стал? Если он жрет мое! А, я понял, он, короче, ко мне... Он, короче, приходит ко мне сзади, и после этого меня глушит сзади. Вот эти вот штуки по заднице мне стреляют и не парятся ни о чем. Слушай, ну тогда, наверное, мне их тоже надо ставить, понимаешь? Мне тогда тоже их надо впихивать, потому что иначе беда. Так, вот это давай поставим. Опа, хорош. Там как раз двойнушки на меня пошли. Так, давай вот сюда побольше поставим. Я не знаю, сколько урона наносит вот эта вот здоровенная жирная шныга. Но на всякий случай мы поставим ей дополнение. Да ты чего? Слышь, сука, не жри! Так, нет, нет, ставить пока не буду сюда. Блин, 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 блин. Ты справишься, родной? Давай еще одного маленького поставлю. Так, собираем, собираем, собираем. Давай я гриб поставлю сюда. Хорош, справился, молодец. Все, ставим тебя сюда. В смысле, волна зомби? Так, я понял. Я понял. Я понял. Я понял. Давай, 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 давай. Быстро, 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 быстро. Новых, новых, новых. Так, у меня двойнушка есть здесь. Двойнушку ставим еще сюда. Так, сука, кикиморы болотные ко мне пошли. Ёпта, горит. Так, давай, вот это сдую. Кстати, заметь, нету еще, не было ни одного парня, который летучка. Сучек-летучек еще не было, прикинь. Не жри мой гриб! Оставь грибы мне! Мои грибы! Бля, он съел мой гриб, вот и прикинь. Так, я понял. Короче, мне, возможно, надо сзади ставить защиту, что ли, получается. Ты куда спрятался? Подожди! Стоп, 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 стоп! Жрите вот это! Yes! Так, вот это подстава, короче, сейчас была. Грибочек, который за 25, он спрятался просто и подставил меня, крыса. Так, давай я еще раз дуну. Так, мне надо поставить... вот эти у меня есть везде. Давай я на всякий случай тебя тоже сюда поставлю. Все, заставлен. Вот это он не проест никак. Вообще проблем нету. У него нету единого шанса. Так, 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 так. Нужно еще сюда жирного. Жирный работаем, работаем, жирный работаем. А все? А я что-то переживал, я что-то паниковал. Что это такое? Стреляет в 5 направлениях? В смысле? А, подожди. Раз, два, три, четыре, пять. То есть оно назад больше стреляет, получается? То есть оно стреляет туда, туда, туда. Так, смотри, летучих у нас не будет. Летучих сучек у нас не будет, так что у нас проблем с этим, по идее, нет.
Грибы. Берем грибы. Вот эти вот здоровенные мне не нравятся. Смотри, тут будет взрывнюк. Мы можем взрывнюка, по идее, превращать в нашего, но тоже не хочу. Да, мне нужно опираться на то, что есть здесь. Вот этот стреляет в 5 направлениях и стоит 125? Ты ёжнулся, что ли? В смысле, как это? А чё так дёшево? Так, подожди, здесь какой-то подвох, здесь какая-то наёбушка. Значит, у нас с тобой будут садоводы вот эти вот. Их надо убивать по-любому. Вот эта штука, стреляющая назад, просто стопудово нужна. А, подожди! Вот это стреляет ведь и назад тоже. То есть при помощи неё можно развихлять ребят вокруг. Да? По идее, да. Блин, имба, имба, имба. Имба, я тебе говорю, имба. Так, ладно, давай мы попробуем. Вот эти мне не нравятся. За 25 что-то такие парашные. Хотя если потихоньку их заменять, нормально. 25 это ж не деньги. 25 это 5 в квадрате, это вообще не сложно. Это 125 корень квадратный из него. Да, я математику учил, мне ж надо выебнуться, что я где-то ее знаю, правильно, правильно. Кому еще будет не плевать на то, что я знаю там какую-то математику, правильно, правильно. Так. Раз, два, ставим. Нормально. Давай, давай, парни, 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 больше рожаем, рожаем, парни, активней. Не совсем правильно звучит, но как бы да. Зомби-камик, я понял, это возможно на Pornhub надо, раз зомби-камик. Так, тихо! Сверху идет один. Сейчас Нулина на меня готова. Блин, как хорошо, что его лысину видно здесь. И мне очень нравится, что в тумане здесь реально можно видеть что-то. Хотя иногда почему-то можно, иногда нельзя. То есть я вначале прям четенько всех видел, а потом почему-то четенько перестал всех видеть. Sun, not enough sun. Starfruit. Звездный труд. Блин, прикольно. А если он просто еще стреляет и назад, то он самый жесткий вообще. Я его люблю, я его готов расцеловать. Как ты думаешь, фрукт стреляет назад? Назад точно, а вперед? Но кажется, вперед он только по диагоналям бомбит. То есть он, в принципе, не то чтобы особенно полезный. Так, мы можем вас заменять, кстати, уже. Но я пока не буду, я хочу попробовать на звездный круг. Накопить. Так, ставим вот это. Готово. Еще нулины сюда. Нулины ставим в пустоту. Пусть нулины умирают, вообще не важно. Они ради великого блага. Там погибать будут эти нулины. Их не жалко, они ничего нам не стоят. Они для нас никакой нужности не имеют. Кроме того, что они бесплатны. Вот, я думаю, вот если... Слушай, если звездочка бомбит по кругу, то звездочку вот сюда вот впихнуть. Вот сюда. Надеюсь, ты видишь мою мушку. Ты видишь мою мушку? Надеюсь, ты видишь мою мушку. Впихнуть, короче, вот сюда, и это вообще красиво. Так, вот тут вот, да? Вот здесь вот поставить. И вообще будет хорошо. Заебумбично. Так, ладно, парни, 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 парни. Сейчас надо уже потихоньку. Ай! Не так, не знаю, ладно, неважно. Все хорошо, спокойненько. Значит, смотри, если он по диагонали стреляет, это сюда стреляет и сюда стреляет. Не-не-не-не. Что-то я слышал нехорошее. Что-то я слышал нехорошее. Подожди, я что-то слышал прям страшное. Мне не понравился какой-то там звук. Опа! Опа! Ля! Ля, что творит? Слушай, а солнышко-то хорошее. Кто-то растягивается. Я слышу какое-то растяжение. Не понимаю, это что такое? Так, мне нужно поставить сюда броню. Вот сюда вот. Мне нужно, наверное, поставить защиту, мне кажется. Куда-то туда, в пустоту, потому что я ничего не вижу. Алло, парни, а работать будем? Жрать его будем? Нет? Шо отлыниваем? Так, вот сюда поставим гриб. Отлично. О, нет, плывет один, факт. Так, нужно больше денег, деньги, 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 деньги. Нужно больше денежек, денежек, денежек. Сейчас броню поставим и париться не будем ни о чем. Давай сюда я поставлю вот этого. Нормально. Вот здесь вот просто у меня одна паскуда жрет. А, нет, она умерла. В смысле, а как? А почему она умерла? Кто ее убил? Давай я еще один цветочек поставлю. Я не знаю. Цветочки вроде бы полезные, нет, да? Да, нет, не знаю. Родной, ты как считаешь, цветочки полезные? Вот чисто тебе, вот, по твоему опыту, геймплейну. Я думаю, на самом деле, да, что они полезны. А ну положь обратно! Так ты что думаешь, вот это себе напялил на голову какой-то там хуер же учерыгу и можешь теперь что угодно себе позволять? Мои грибы с тобой разберутся, понял? Бродяга. Так, спокойно, ставим за, 100, за 25. Так, мне нужно еще поставить, наверное, цветочку. Мне нравятся цветочки, они реально хорошие. То есть смотри, мы можем нулевиков убрать. Кто что жрет? Кто что жрет? Я не вижу, кто что ест. Ладно, ставим пока что здесь тоже броню.
кто где что жрал сейчас? Ты видел, нет? А, мне кажется, жрали, да? Жрали у меня. О, нет! О, нет! Так, сейчас поплывут ко мне эти подгузники, которые подземные. Подгузники подземные, что, блядь? Андрюха, ты что несешь? А, так, ставим сюда. Замеляем. Тем временем, кстати, у меня все заменено уже. А, много денег. У меня слишком много денег. Заменяем вот это. Ах, рызок, давай. Готово. Сюда вот это ставим. Нормально. Нет, нам нужны светильники. Ну не прикольно, что я не вижу половину карты. Мне не проблемно, конечно. Мне вообще не проблемно. Но не прикольно, когда я не вижу половину карты. Прикольно, когда я вижу карту всю. Сюда ставим. Кто-то там что-то жрет, но я не понимаю, кто и что. Но вроде бы у меня все хорошо. Так. Хорошо. Так, это стреляет он куда-то туда. Нет, самое полезное — это звездочки посередине. То есть полезнее, чем звездочек посередине, нету вообще ничего. Звездочки посередине — это имбище. А вот все остальное звездочки нигде больше ставиться не должны, только в середочку. Если ты ставишь где-то еще, то ты не прав. Напрасно ты это делаешь. Мне еще не нужно вообще тройные назад. Стрельба назад не нужна. Потому что стрельба назад приводит так тихо по диагонали, это сюда. То есть мне сейчас нужно вот где-то здесь ставить. Да. Стрельба назад мне не нужна по-хорошему. Потому что у меня прекрасно совсем справляются звездочки. Хотя нет, слушай. Нет. Звездочки справляются только там, где ты их ставишь, на самом деле. То есть они справляются там, где их нет. Логично. Ставим сюда. Пусть будет. Блин, жесть. Я ничего не вижу, но, по-моему, я пиздец побеждаю. Давай сюда еще поставлю. Давай сюда поставим. Давай, туда. Слушай, вообще изи. Реально, вообще изи. У меня ноль проблем. У меня минус 1000 проблем, я тебе говорю. Ну что ты там говорил? Андрюха грипп, Андрюха пельмень, Андрюха не может. Андрюха все может, я даже не вижу. Без глаз прохожу, реально. На следующем уровне я возьму себе фонарик. Потому что без фонарика отсосно как-то. Я, наверное, единственный, да, чувак? Единственный чувак на планете, который проходит эту игру без фонариков. Ну да, наверное. Не, ну а зачем? Фонарики реально переоценены. Ну вот прям серьезно. Фонарики переоценены. Зачем тебе нужны фонарики, если ты можешь не ставить фонарики? Блин, денег у меня, конечно, ты просто забей. Просто забей и отпусти. Ставим еще. Фонарики сюда. Бам, готово. Просто мне жалко. Вот знаешь, я, может быть, своего рода немножечко такие еврей, но мне жалко. Мне жалко тратить деньги на эту бесполезную чухню вроде глаз. Но зачем тебе глаза? Ну, в самом деле, тебе не нужны глаза для того, чтобы зарабатывать. Тебе не нужны глаза для того, чтобы выращивать растения. Тебе не нужны глаза, чтобы убивать зомби. Тебе нужны глаза только, чтобы, не знаю, строить здание и все. О, вот это я идеально поставил, видал? Я сюда поставил сейчас, а как раз тут появился вот этот шипзик нижний. Нижний шипзик, вон. Сейчас умирает. Все, готово. На. Вот так вот. Блин, мне очень нравятся звездочки. Звездочки прям... О, да. Обожаю вас, звездочки. Что это такое? Защищает растения внутри него. А, то есть теперь я могу обойтись без камней. Теперь я могу стать... О, ебать! Ты кто такой, дядя, ты кто? Попрыгунь, ё-моё. Ёбин-бобин. Так, ладно, хорошо. Жесть, вот это хорошо. Так, смотри. Мы ставим вот это, потому что на заимбал, я еще не вижу, мне грустно. Вот это ставим по центру, оно хорошо работает. Вот это берем, потому что оно шпарит назад. Да? Да? Нет. Да? Нет? Не. Да. Да, берем его. Шпарит назад, чувствуем себя прекрасно. Вот это я не знаю, надо ли мне на самом деле. Вот это надо, вот это вкусно. Вот это вкусно. Летающих нету, шнык. Летающих шнык нету, чувствую себя прекрасно. Ну и вот это, ну и заебомба. Ну и вот, все, смотри. Просто по центру нам надо запиндюрить побольше этих. А, реально, я теперь могу, короче, брать тыкву, в тыкву впиндюривать фонарик. И это будет идеальная защита.
Мне камень не нужен. Реально, мне камень вообще не нужен. Пошел вон камень. Не нужно. Потому что зачем? Зачем мне камень, если я могу защититься при помощи тыквы? Реально. Так, сверху ни одного зомби, кстати говоря, нету. Было тупое действие, Андрюха, сейчас его туда ставить. Сейчас давай ждем растения. Ой, ждем зомби. Зомби нету, ладно, пофигу. А вон он. А, нет, вот он, да, ладно. Его реально видно иногда. Вот иногда, вот это паскудина, иногда видно, иногда нет. Я не знаю, как это работает, но иногда в каких-то дырках ты можешь увидеть зомби, а в каких-то дырках нет. Так, первый пошел, отлично. Все, застраиваем первую линию оборонки. Да, реально, то есть я его ставлю, он стоит 125, занимает одну единичку места, но зато нам освещать будет, наверное, кружочек хорошо. То есть хорошо его, наверное, ставить куда-то сюда. Ну, то есть вот сюда, я не знаю, ты видишь мышку, нет? Но я думаю, ты видишь мышку. Вот туда куда-то ставить, вот здесь. И чувствовать себя прекрасно. Но это мы потом поставим. Сейчас сначала нам нужно оборонку построить. Сначала оборонка, сначала грибы, а потом мы будем ставить такие все остальное. Я вижу, как на мою границу нападают зомби. Я не переживаю об этом. Потому что у меня есть грибы. Если у меня грибы, то я ни о чем в принципе не переживаю. Я теряю возможность переживать, понимаешь? Те, у кого есть грибы, ни о чем не переживают, потому что они, сука, грибники. У них еды есть, еды, воды есть, защита есть, все. Ставим сюда. Еще сейчас надо по центру одну, и я с защитой... Ой, с экономикой справился. Моя экономика держится на грибах. Я чувствую себя каким-то этим. Каким-то дилером. Моя экономика держится на грибах. Чувствую себя прекрасно. И все мои клиенты тоже. Так, ставим сюда. Ёбен-бобен, ну ты посмотри на эту красоту. Обосраться, вот это да. Так, смотри, теперь ставим вот это сюда. И в тебя впихиваем. Ой-ой-ой, кстати, пятерочка. Если поставить пятерочку звездочек сюда, то они такие кайфовые будут на самом деле. Давай вот эту жирную поставлю сюда. Вот эту пятерочку ставим сюда. Нет, пятерочку. Слушай, мы фронт слишком... А ты чего? Ты чего такой живучий? Попрыгунчик! Ёб твою мать! Так, он перепрыгнет сейчас. Пиздос! Жги его! Жесть! Вот этого я сейчас... Да ты куда? На, видал? Блин, вот этого я сейчас прям не ожидал. В смысле он меня жрет? А ты кто такой? Так, парни, мы чуть не умерли. Мы чуть с тобой не умерли. Нужно повнимательнее следить за всем. А как это вообще произошло? Подожди. Как это произошло? Я же побеждал, а потом вдруг проиграл. Так, нам с тобой пиздося. Пиздося приходит к нам. Давай, топи, родной, топи. Давай сюда вот маленький грибочек поставим. Потом мы его заменим, наплевать вообще на все. Грибы временные, а победа постоянна. Нет! Так, я буду кормить его. Нет, стоп. Еще раз. На, жри. Глину тебе поставлю, тоже жри. Так, вот это. Спокойно. У Андрюхи все в руках. Отлично. Так, мне нужно за 125 сейчас поставить. Пошел вон. Ставим тебя сюда. Так, сейчас будет суператака. Алло, родные. Да ты куда ты жрал мою большую? Ну ты гниль, а. Так, спокойно. Собрались. Мне надо сейчас будет ставить какую-нибудь защиту здесь. Меня немножечко не хватило почему-то. По глазам не хватило. Дай сюда. Не знаю, правильно, неправильно ли я поставил. Сюда. На. Видал, в голову он перелетел, вот это да. Нет, защищайте растения. Защищайте. Ставь. Отлично. Да, так их. Ну. Что там, кто там говорил? Андрюха, блядь, ну ты лох вообще, не можешь пройти. Кто там такой говорит? Никто так не говорил. Ну что, я знаю, что ты в меня веришь. Я знаю, что ты не сомневаешься в моем интеллекте и в моих силах. Я знаю, что ты понимаешь, что я 3000 IQ гений. Не, ну это было, кстати, трудно. Не знаю даже почему, на самом деле. А, из-за вот этих попрыгулинок, я их так ненавижу. Снимает шлемы и другие объекты зомби. Стоп, то есть я могу ограбить инвалида? Вот это вот, который попрыгунчик. Посмотри на него, но явно инвалид. Так, ладно, давай.
Хорошо, замечательно, чувствую себя прекрасно. А, так, свет даем, вот это даем, вот это даем. Тройнушку назад нужна нам или нет? А тут грибов нету. Нету грибов, зато есть вот эти шныги, которые балунские зомби. Тогда мы ставим вот это и убираем вот это. И вот это возьмем. А шары мы можем убрать у малыша? Мы можем забрать у малыша штаны? Ой, шары. Думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что они не железные. Вряд ли железные и не железные штаны можно у него утащить. Все, держимся. Тихо, спокойно, прости, прости микрофон, пожалуйста. Не хотел микрофон, прости, родной. Я тебя прошу, прости. Так, больше денег. Хорошо. Так, давай я немножечко растяну себя. Андрюха растягивает себя в прямом эфире. О, ма. Отлично, поехали. Так. Сейчас готов шлепать зомби? Я готов шлепать зомби. Так, нужно больше сейчас денежек. Отлично. Не знаю, мне больше нравятся подсолнухи, чем грибы. Ну вот серьезно, я не буду врать тебе. Я тебе врать не буду. Просто подсолнухи — это кошерно. Подсолнухи — это заебумба. А вот грибы — это вообще неправильно. Грибы — это неприятно. Они долго собираются, пока вот это вот они раздупляются, пока они вот это вот растут. Зачем ждать, пока они растут, если можно сразу их выгнать на работу, а? Я, в принципе, точно так же и в воспитании работаю. Понимаешь, я был бы идеальным воспитателем. Нахуй ждать, если можно просто выгнать на работу. Так, ладно, хорошо. Оп, отлично, нужно больше. Ну потому что, видишь, они вот это вот полгода созревают. Полгода они пытаются начать что-то полезное делать. А подсолнухи сразу. Чат подсолнух сразу готов. Сразу готов к труду обороне. Все. Ладно, ладно. Не будем. Не будем о подсолнухах, не будем о грустном. Надо по КД ставить вот эти вот лилии. Потому что я постоянно о них забываю. Кто там шипит? Кто там шумит? Кто? Что такое? Кто там жужжит? А, вон он. Ставим подсолнухи по КД. Это очень сильно ускорит наше развитие с тобой. Потому что мы с тобой немножечко по развитию можем отставать, но мы точно не будем отставать по развитию наших с тобой подсолнухов. Все готово, у меня полная оборонка готова. Все, полная экономика is ready. Так, спокойно, теперь мне нужно сюда. Вот здесь поставить раз. И вот здесь поставить сейчас. Мы можем потихоньку уже заменять в этих наших. Потихонечку заменять наши... Ну ты понял, да? Вот это вот. Грибы можем заменять по-любому. Мы, наверное, пока что этого делать не будем. Пусть ест, пусть ест, пусть ест, не проблема. Пусть ест, вообще плевать. Потому что мы сейчас справляем с ними, у нас как раз есть поддержка. Так, слушай, а насколько далеко работают мои... Мой этот самый, который... Да блин, магнит! Забыл слово, вылетело. Что-то пипец вообще. Из мозга вылетело слово, не знаю, забыл. Давай поставим магнит сюда. Не знаю, как это работает пока что. Я вот... Он только вверх работает или как? Или он работает в принципе? Сейчас мы это с тобой, наверное, увидим. Так, давай сюда. Надо на всякий случай здесь оборону поставить. Там кто-то живой идет, видишь? Нет, все нормально. Так, подожди. Как это работает? Ну вон у него шляпа есть, шлем есть. Шлем что-то нифига не убирается. Ты видишь? Шлем не исчезает, вон он, шлем есть. Да, мы сейчас начнем строить, родной, не переживай. Сейчас мы начнем с собой строить крутилки. Скоро все будет, сейчас атака будет на нас большая, зомби. И мы с тобой крутилки поставим. Просто я пока не хочу крутилочки ставить раньше времени. Так, все, теперь мы можем потихонечку заменять наших на вот этих вот бубнижей. Давай поставим их сюда. И сейчас туда будем ставить наших супер. Ребят, вот этот раз. Да, вот это у нас типа защита, понял, да? Вот это у нас за 125 типа защитка. Так, а летучих нету, да? Я летучих не вижу пока что. То есть с летучими пока что все ровно. Отлично. Давай нулинку ставим сюда. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Пошла атака, пошла, родимая. Сейчас мы сразу все сдуем. Дуновение ветра. Ща как дуну. Дуть пора? Не, пока не надо дуть, подожди, а где? А не надо дуть, наверное, да? Как приятно, блин. Как приятно глазам, когда нету вот этого всего. Давай, перепрыгивай. Давай. Глуши, деда! А, то есть она одну шляпу только оттягивает и все.
Ну это зашкварно. Я-то думал, что оно что-то полезное прям делает. Ой, как приятно глазам, ты не представляешь. У меня прям глаза прям кайфуют от того, что теперь я могу видеть, понимаешь? Блин, как приятно, жесть. Как же приятно, ужас. Я вот так поставил, это не идеальная тактика. Хотя нет, здесь, кстати, тоже нормально ставить. То есть нормально ставить вот по центру. Потому что смотри, он бьет вверх, бьет по бокам и чувствует себя прекрасно. То есть ставим вот так вот. И все. Ставим новую. Просто чтобы они меня не забили. Кого-то стрельнул просто случайно. Ну-ка давай дунем. Вот! Ля, кстати, блин. А это реально имбище. Это реально имбище, потому что... Опа! Опа! Что такое? А что такое? Все? Нету, да? Нету у тебя твоего вот этого вот. Да, вот так вот. Так, подожди, ко мне летит шныга. Но меня не парит вообще эта шныга. Пошел вон. Опа! Двоих по цене одного сюда! Еще отсосало у кого-то там вот это. Хорошо, деньги забрали. Опа, ограбили деда. Так, давай еще вот это. Родной, я тебе говорю, это самая лучшая вообще тактейшн. Сейчас на нас будет супер атака зомбей, но нас не парит. Блин, реально, вот это вот две стоят, и они отлично вообще раскидывают все. Сейчас супер атака пойдет, мы все дунем. Давай вот сюда тоже поставим, потому что почему бы и нет. Ждем, 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 ждем. Так, давай вот сюда поставим. Пусть будет стоять. И вот сюда как раз поставим. Сейчас денег будет. Сейчас. Ко мне летят, но меня это не парит. Опа! Ого, вас там! А, нет, подожди. Я вас там! Что такое? А что такое? Я сначала думал, что это для меня проблема, но нет. Это для меня не проблема. Еще раз дунем, чисто по приколу. Мне нравится, что больше и больше появляется вещей, которые реально можно использовать. Здорово! Это твоя мама. Пожалуйста. Приди-ка ко мне домой. Я дам тебе кусок таблетоса в лицо. Пожалуйста, оставь свою дверь открытой. И также не защищай свою кровать. Твоя мама скоро придет. Я тебе точно говорю, это не зомби. Если бы это написал Джотер, он бы еще и поклялся душой матери. Почему так темно? Не может быть хорошо. Надеюсь, ты переживешь ночь. Блин, прикольно. То есть теперь я только в темноте. Ну давай, сюда поставлю. Сюда. Так, вот это я пока похороню. Так, а мне дадут что-нибудь против вот этого вот снизу, типа? Он такой идет, ни о чем не парится. Так, ладно, давай поставим так. Еще поставим сюда. А, ну заебись, отлично, мне нечем вообще его крыть. Мне нечем его крыть, понимаешь? Да мне вообще нечем его крыть, дайте мне хоть что-нибудь-то етить-колотить. Так, ладно, давай поставлю это сюда. Я не так поставил! Так, ладно, давай вот это поставлю сюда. Блин, жесть. Вообще ничего не видно, это вот такая тоска, пипец. Так, давай сюда ставлю, потому что мне нужна там защита. Сюда ставлю, мне нужна там защита. Его убили, нет? Его убили, хорош! Сюда ставь. Не жри, тварь! Сожрал, да? Сожрал, вот же ты скотина. Тихо. Блин, да я тебе говорю, я не знал, что план смысле зомби это хоррор. А, я могу поверх ставить, подожди. То есть я могу вот так вот сделать. И таким макаром защитить себя сразу. Ёбин-бобин, вот это прикольно. Так, ну смотри, мы ставим, короче, вот это все. Вот это вот мы забираем. Дуновение мне пока не нужно. Потому что дуновение это, конечно, очень полезно, но зачем? Так, тихо-тихо, дай мне вид. Дай глаза. Спасибо. Так, ставим отсюда. Все нормально. Чувствую себя прекрасно. Что жрут?
Я не помню, что кто-то куда-то подошел, что жрут. А, понял. Да наварно, вообще не варить, не варить для тебя. Сюда стань. Сюда стань. Нормально, 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 нормально. У меня самое незащищенное сейчас это внизу. Сейчас пойдут еще две атаки зомби, прикинь. Две супер атаки зомби пойдут. Просто представь себе. Ставим отсюда. Все, у меня защита, по идее, везде. Сейчас пойдут зомби, но меня она не особо парит, если честно. Потому что у меня есть возможность... Это... Ля, у меня вообще кактусная здесь эта армия. У меня сейчас есть просто две возможности сдуть. А, так у меня вообще они не парят меня в принципе. У меня везде есть дуновение. Так, а я могу темноту сдуть? Ладно, это было глупо. Я не знаю, на что это надеялся, если честно. А могу ли я сдуть темноту? Интересно, Андрюха. Хороший вопрос, не знаю. Ащи. А, что такое? Что такое? Взрывчатку у него стырили. Я у него взрывчатку забрал, видал? Так, подожди, подожди, подожди. Раз, два, три, четыре. Забирай, забирай. Нет! Он не успел взорваться, прикинь. Не успел взорваться. Так вот тут не очень хорошо. Вот по этому направлению у нас пиздос. Вот по этому направлению у нас тут жопа. Вот с этой стороны. По воде. По воде у нас там жопа сверху. Жопа сверху, прием. Деньги, отлично. Люблю деньги. Дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне. Все поставлю, вот хорошо. Поставлю сюда. Поставлю сюда. Поставлю сюда. Тупо наугад действует, понимаешь? Я вам сейчас дуну. Забирай, забирай. Нет, он сейчас взорвется! Не взорвался. Я не слышал, дым, не взорвался, хорош. А как это он сейчас? Подожди, а почему он вылез раньше времени? Как мы шахтера заставили вылезти раньше времени? Так, нормально. Блин, вот это напряженный уровень, я тебе говорю, никогда. Я этого тоже не помню. Я не помню, чтобы для меня это было такой проблемой. Но вообще это не проблема, это просто неудобно. Сейчас суператака будет зомби опять, да? Где-то жрут. Что-то где-то... Я, блядь, себя чувствую, как в общаге нахуй ночью. Ничего не вижу. Все, сука, что-то харчат. Что харчит? Кто харчит? Мое где? Я не знаю. Жесть, сколько их же там. Прикольная идея. Но неудобно, жесть. Наверное, тебя съедят, да? Ну вот, победа. Я не знаю, может быть, игра вообще баганула тогда? Ой, сори, 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 бро. Сори, бро. Может, игра вообще баганула? Может, игра просто заглючила, и вместо того, чтобы дать нам возможность победить, дала нам возможность проиграть? Но я в это просто не верю. Кидает во врагов капустой. А вот это я помню. Вот это я помню. Вау, они даже забрались на твою крышу. Они очень персистентные зомби, чел. Тебе надо катапульты. Помни, и все забить будет. Понятно. Жесть, как они это делают? Как зомби до этого додумались? Ну ладно, по крайней мере теперь мы с тобой сможем пользоваться моими любимыми подсолнухами и не знать никакого горя. Ладно, родной, я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свой комментарий. Пока. Шо. На этом все. Не ори на меня. Пока что, на этом все. Пока. До скорого, родной. Удачи.